написала. Давай, я рядом. Вот, ну это так, чисто официально. А потом я скажу от души. Хорошо. Вот, с днем рождения тебя. Китя, можешь читать? Я не стесняюсь. Нет, тут свои слова. Чтобы не сливала. Хорошо. Желаю тебе, естественно, крепкого здоровья. Ну, это как всегда, знаете, очередной тост такой, знаете, стандартный. Здоровья, счастья, да-да-да. А я после этого хочу добавить, что чтобы ты оставалась всегда сама собой. Потому что ты настолько Подожди. Это мне, может быть, не нравится, но хочу, чтобы ты такой была. Вот. Ты настолько индивидуальна, что тебе не надо ни на кого равняться. Вот. В тебе сочетается все. Женственность и мужество. Сила и слабость. Строгость и любовь. Нежность и уверенность. Тепло и забота, требовательность, самоотдача. Эти качества всегда Я хочу сказать то, что я чувствую. Витаем!